Привет. Привет! Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Ты сумасшедший. Ты реально сумасшедший. Харе. Ну вот харе. Мне сказать, иди нахуй, я его чморил. аж папа с секунд, блядь. Язык шопо засунул. It's okay. It's okay. It's... Ты вообще ничего никогда не сказал, ваш герой. Вообще, блядь, никогда и он и ничего никогда не сказал. И сейчас молчит. Они реально ребят хорошие. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, э, там, сказать, примитивные. У них какое-то чинопочитание, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Ты для многих являешься такой ролевой моделью, кумиром. То он как бы, ну, авторитет для этих людей. Это был сарказм. Большой. Вбесился, а, и, Ну, взбесился и взбесился. Он не мудак, он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Сомнительно, ну окей. Жопу лишнюю. Заебись. Мне кажется, он сам в шоке. Я могу ошибаться. Ну, наверное, он заложник. Я реально прихерел. Это, конечно, печально. Это печально. Блять, я заплакал. Круто! Это же круто! Да это ж круто! Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Если принять это за, ну, так сказать, за правду, то это страшная штука. Как бы не хотелось бы, прямо скажем. Нихуя себе! Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну, знаешь. Я не очень понял контент, Что-то был занят еще в этот день. Но это их выбор, и я не могу на них… Э, их осуждать. Ну <соединяющие> <Но> хотя осуждаю. <соединяющие> «Миш, мне похуй. Я так чувствую». Я не мог в это поверить, это было невозможно. Я спорил со всеми. «Ну, <соединяющие> да, конечно, мы знаем, чего…» да, «Конечно!» Как вор, воры? Жулики, скажем так. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Потом начинается мрак. Просто я туда не ходил, в этот мрак. Ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Ну, естественно, я в это поверить не мог. Мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Мне на него до сих пор, кстати, как-то не пофиг. Я, если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получите. Есть грех. Обрадовался. Не по-христиански это было. Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все, понимаешь? Я вот реально не парюсь про деньги. Я понимаю, что это так звучит бахвально. Ну, ты да похеру. В контексте какая разница? Вот какая разница? Ну, какая разница? Ну вот какая разница? Я уважаю, что они делают. Но как бы я, я не понимаю. То есть объяснил. Надеюсь. Они, у них там какие-то другие были. Они по фактам. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все. На этом я бы хотел закончить интервью.